Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон Xiaomi Redmi 9A, и я вам сейчас покажу, как на данном устройстве вы можете добавить или же удалить аккаунт Google. Для начала мы зайдем в настройки, а после перейдем в опцию Google. Так будет быстрее всего. Нажимаем «Войти в аккаунт Google». Затем вписываем наш адрес электронной почты. Я впишу свой, вы вписываете ваш. Нажимаем «Далее». И после вписываем наш пароль. После того, как мы вписали пароль, снова нажимаем «Далее». Принимаем условия использования и ждем. После этого соглашаемся с сервисом Google, нажимаем «Принять». И вот, как видите, наш аккаунт Google добавлен. Что же нужно делать, чтобы его удалить? Заходим в аккаунт и синхронизация, выбираем Google. Здесь выбираем опцию «Еще». И выбираем «Удалить аккаунт». Подтверждаем наш выбор. Нажимаем «Ок». Вводим графический ключ. И на этом все. Аккаунт был удален. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока.